Всем привет, меня зовут Регина, я приветствую вас на своем канале. И сегодня мы приехали в усадьбу в Гиевке. Это часть не самой усадьбы, это был какой-то интернат при Советском Союзе. Усадьба сзади меня, вот там вот. А это разбирают часть, которая интернат. Я влез, короче, вот так вот, это грязь. Зачем? Ну, случайно. И вот она, усадьба. Мы зашли на второй этаж. А вот здесь такой провал. Нам удалось зайти на второй этаж. В прошлый раз, когда я здесь была, он был закрыт. Вот так выглядят комнаты. Здесь не такая же комната в спальне была? Ну, видимо, да. Вот был тайный ход. Мы смогли побывать на втором этаже усадьбы. Теперь обойдем с главного входа и пойдем там, где я уже была. Но в прошлый раз я не успела посмотреть полностью, поэтому приехали еще раз. Зашли на первый этаж. Чё там? Тут уже по поводу просторона. Ага. Чешу? Потолок капает тут. Там дальше еще завал. А это ж походу там, где мы были на втором этаже. Да, кстати, да. Ну, полы здесь явно ложили при советских временах уже. Да, для этого бабушка которая под ней. Доски, да, обычные снизу остались, сверху ламинат положили. А это были палаты, судя по всему. У кого-то были печатные палаты, у кого-то получше. А вот он, тот проход, а вот где мы лестница. Были. Лестница. Что, пойдем по лестнице? Да я что-то стремаюсь, честно говоря. Это лестница из моих кошмаров. Да, мне снится часто, что нет пролета. Такая вот комнатка. Чем дальше по темному коридору. Что-то потоп? Вот еще один проход. Кать, тут, кстати, нормально. Восьми. До 19. Будет тёлок, там дальше написано. Ок. А, тёлок. Кто шо? Регина? Там это ещё тёлок написано, реально. Чё-то тёлок там нету. Закончились уже, наверное. Зато есть куча обуви старой. Да? Ага. Ну, видимо, после тёлок только обувь осталась. Так стрёмненько, я тебе скажу, вот эта обувь выглядит. Валенки какие-то чешу. Какие-то сапоги. Это мы в какой-то, короче, стороне этого поместья уже, наверное, вот там тупик. Вот тут тоже темное это. Катя, иди вперед. А, вот так, значит, да? Тебе не жалко. Нет, ты просто с фонарем, и я нифига не вижу. Ну, тут просто тоже, типа, запах нет. Ну, сапоги вообще там было такое очень стремота. Так, аккуратно. О, тут плитка. Ванная была, походу. Ванная? Ну, в смысле, душевая.
А, точно, душевая была. Блин, ну тут, конечно, интересно. У нас такие туалеты в садике были. И у нас. Один женский, другой мужской. Смит. Вот еще Бухал. Туалет. Это что? Выглядит это вообще на всех дверях. Да? Ну что не значит? Не знаю. Вот еще одна лестница на второй этаж. Я пришла оттуда, на второй этаж, и вот здесь вот такая вот комнатка. На втором этаже состояние комнат, ну, гораздо получше. Тут окна, по крайней мере, здесь все не забито и не темное, а достаточно неплохо выглядит и сохранилось. Вот такая вот комната. Пойду дальше. Тут еще комнатка. Несколько слоев краски. Кошка. А вот еще один вход. Вот мы покидаем уже усадьбу. Она оказалась достаточно интересной для того, чтобы полазить. Но не сильно красивая внешне. Но зато сохранилось получше тех усадеб, в которых мы уже были. Тут, по крайней мере, комнат больше и есть два крыла. Вот это вот крыло, которое позади меня, мы в него не полезли, потому что это уже советская постройка и ее разбирают. А которая старая часть, мы обошли всю. И второй этаж, и первый этаж. А вот вторая часть. Это был интернат. Его сейчас разбирают. Это была какая-то советская уже постройка, не относящаяся к усадьбе. В принципе, видно это по окнам. Вот так оно выглядит. Мы когда приехали, видели, что там по вот этой вот стройке лазили какие-то дети. Ну как дети, лет 16.